Итак, друзья мои, я безумно рада приветствовать вас на третьей части нашего мастер-класса по созданию бабочки из бисера. И сейчас мы с вами закончили на том, что ниточка вышла с вот этой вот бисеринки черненькой. Значит, сейчас мы набираем одну бисеринку черную и одну бисеринку темно-фиолетовую, так как этот ряд у нас идет на увеличение. И проходим иголочкой между первой и второй бисеринкой. Возвращаемся обратно через фиолетовую бисеринку. Подтягиваем. Дальше у нас идет еще две бисеринки темно-фиолетовых. Первая. Я поверну работу. И вторая. Далее одна бисеринка светло-фиолетовая. Проходим иголочкой между следующей парой бисеринок. Дальше одна бисеринка черная. Проходим между следующей парой бисеринок. Затем одна бисеринка светло-фиолетовая. А также одна розовая бисеринка. Дальше одна черная. Дальше одна розовая. Одна розовая и одна черная бисеринка. С этого ряда вы будете делать повтор самостоятельно, когда будете плести вот эту вот часть нашей бабочки. Сейчас мы поворачиваем снова-таки работу и приступаем к работе над следующим рядом. Этот ряд идет на убавление. Набираем одну бисеринку черную и проходим иголочкой между первой и второй бисеринкой. Возвращаемся обратно через ту же черную бисеринку. Дальше набираем одну розовую и проходим иголочкой между следующей парой бисеринок. Возвращаемся обратно через ту же розовую бисеринку, которую только что с вами набрали. Затем у нас идет одна бисеринка черная. Проходим между следующей парой бисеринок, возвращаемся через нее же. Дальше набираем одну бисеринку розовую. Одну бисеринку светло-фиолетовую. Дальше одна бисеринка черная. Так, дальше одна бисеринка светло-фиолетовая. Проходим между следующей парой бисеринок. Затем, так, ниточку я запутала. Затем две бисеринки темно-фиолетовых. Раз. И два. Дальше у нас идет две бисеринки черного цвета. Раз и два. Проходим иголочкой через вот эту бисеринку, после чего возвращаемся обратно. Подтягиваем. Дальше ряд идет на убавление, поэтому набираем одну черную бисеринку и проходим иголочкой между следующей парой бисеринок. Возвращаемся обратно через ту же черную. Подтягиваем. Дальше две бисеринки темно-фиолетовых. Первая и вторая.
Далее одна бисеринка светло-фиолетовая. Дальше две бисеринки черных. Раз и два. Дальше две бисеринки розовых. Раз и два. Затем две бисеринки черных. Первая. И вторая. Следующий ряд у нас идет на убавление, но убавление будет нестандартным, поэтому проходим иголочкой через вот эту бисеринку черную, дальше через розовую и черную. Поворачиваем. Набираем одну черную. Вообще в этом ряду сейчас у нас должно быть их 4. Это будет первая. Раз. Так, я тут ошиблась и не туда провела ниточку. Видите, у нас тут получилась ошибка. Нужно пройти иголочкой между черной и розовой. Возвращаемся через ту же черную, которую только что набрали. Дальше вторая черная. Затем третья. И четвертая. Дальше одна золотая. И три бисеринки черных. Раз. Два. И три. Следующий ряд у нас снова идет на убавление, поэтому набираем одну черную бисеринку. Проходим иголочкой между следующей парой бисеринок. Возвращаемся обратно через нее же. Дальше у нас идет одна золотая. Проходим иголочкой между следующей парой бисеринок. После чего у нас идет 3 бисеринки черных. Раз. Ой. Затем 2. И 3. Далее одна золотая. И одна бисеринка черная после нее. Возвращаемся через нее же. Дальше следующий ряд у нас снова идет на убавление. У нас идет 2 бисеринки черных. Набираем 1 черная. Вторая. Дальше 1 золотая. Дальше 3 черных. Раз. Два. И 3.
возвращаемся через эту же бисеринку. Дальше, друзья, у нас идет ряд на убавление, но опять же нестандартное убавление, поэтому мы проходим вниз через эту бисеринку и через золотую и следующую после нее черную проходим иголочкой. И в этом ряду у нас 3 черных бисеринки всего лишь. Первая, вторая и третья. Вот, друзья мои, что у нас с вами должно было получиться. Сейчас вы выводите иголочку с вот этой бисеринки и продолжаете делать то же самое, что мы делали в этой части нашего мастер-класса. Если вы не сможете повторить самостоятельно, пересмотрите эту часть мастер-класса еще раз и доделайте крылышко с этой стороны. На этом наша третья часть мастер-класса будет закончена. Я приглашаю вас на просмотр четвертой части данного мастер-класса. Также напоминаю, не забывайте подписываться на мой канал, добавляйте фотографии своих готовых работ в наших сообществах в соцсетях, ссылочки вы можете найти под видео. И до встречи в следующей части мастер-класса. Пока-пока!